Армения не отвечает на призывы Турции относительно формирования совместной комиссии по изучению событий 1915 года в Османской империи, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает канал 13 со ссылкой на агентство Анадолу. Глава оборонного ведомства напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2005 году в бытность премьер-министром Турции направил письмо в адрес президента Армении, предложив создать совместную комиссию из числа историков и экспертов. Комиссия должна была представить мировой общественности результаты своей работы на турецком и на армянском языках. Речь шла о кропотливой работе в архивах всех стран, пояснил Акар. По словам министра, Армения все еще отказывается открывать свои архивы для изучения событий последних лет существования Османской империи. Акар также высказал мнение касательно трехстороннего заявления по Карабаху, отметив, что прошлогодняя договоренность о перемирии между Арменией и Азербайджаном важна. Важный шанс для открытия новой страницы в отношениях между странами региона. Возможность для обеспечения безопасности, стабильности, мира и развития важна не только для Армении, но и для всего региона. Если лидеры Армении прислушаются к позиции Турции и сделают ставку на мир, то от этого выиграет весь регион, как в политическом, так и экономическом плане, подчеркнул турецкий министр. Он выразил надежду на то, что союзники Турции, в том числе США, также внесут вклад в урегулирование напряженности в регионе и не будут пытаться политизировать и искажать исторические события.